Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом элементарной шоколадной глазури, которая прекрасно подойдет к вашим пасхальным куличикам. Эта глазурь очень вкусная получается, она хорошо перекрывает куличик, непрозрачная, ну и, конечно же, ее можно окрасить в понравившиеся вам цвета. Готовить ее можно как на молоке, так и на сливках. Сливки использовала я 30% для темной глазури, а для розовой использовала обычное молоко 3,2% жирности. Молоко я отвешиваю, и я его нагрела в микроволновке до состояния такой хорошей горячести, чтобы оно аж паровало. Добавляю к нему шоколад, и шоколад нужно утопить в молоке, оставить на минуточку и затем просто перемешать до растворения шоколада. Если вы хотите добавить сухие красители, их нужно добавлять еще на этапе просто в молоко, они тогда лучше растворяются. Если у вас гелевые красители, как у меня, добавляете уже на этом этапе. Учитывайте, что шоколад немножечко искажает цвет, дает желтизну. Пока масса еще теплая, добавляю сюда кусочек масла и оставляю на стабилизацию. Обычно готовлю заранее эту глазурь еще на моменте выпечки своих куличей. Ей нужно на стабилизацию минимум 2 часа. Шоколадную глазурь, как говорила уже, готовила на сливках 30%. Она, вы видите, намного гуще получается, чем розовая, за счет того, что сам темный шоколад получается плотнее. И сливки тоже дают такую плотность. Покрывала ложкой. Спустя сутки посмотрите, какая глазурь это получилась, шоколадная. Я придавливаю пальчиком, она здесь уже абсолютно не липнет. Сам шоколад продавливается, но глазурь не липнет к пальцу. А розовая чуть-чуть будет липнуть из-за того, что она на молоке. Посмотрите, консистенция глазури перед покрытием. Здесь уже прошло где-то 2,5 часа после того, как я ее приготовила. Я макаю просто в нее куличик. И поднимаю, даю стечь лишнему количеству самой глазури, для того, чтобы она не потекла у меня вниз. Если вы будете наносить ложкой, есть вероятность того, что у вас будут бежать длинные подтеки. Затем хорошенечко присыпаю. Сейчас покажу, какая это глазурь через сутки. Посмотрите, она тоже к пальчику не берется, если ее аккуратненько поглаживать. Я думаю, полотенечку она, допустим, липнуть не будет к пакету. Но если ее хорошенечко придавить пальцем, то, конечно, она продавливается и прилипает к пальцу. В общем, глазурь это очень вкусная, шоколадная, разноцветная. Вкуснее даже, чем обычно. Не осыпается, конечно, при нарезке. И я думаю, что рецепт ее тоже очень простой. А вы обязательно попробуйте в этом году. И жду ваших комментариев. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.